Какую оценку получат муниципалитеты Нижегородской области по реализации нацпроектов в этом году, решают представители районов, городских округов и регионального правительства, опираясь на полученный результат. Оценивать не только сроки введения объектов в эксплуатацию, но и качество исполнения нацпроектов. Если объект сдают не вовремя, без объективных причин, или не достигают целевых показателей, то качество исполнения нацпроекта считают неудовлетворительным. Аналогичную систему оценивания использовали и в прошлом году. На сегодняшний день вердикт уже услышали, например, в Разамасе и в Городце. Сейчас очередь Краснобаковского района, в котором реализация всех четырех проектов – образование, жилье, городская среда, культура и цифровая экономика – признана надлежащей. Такую же оценку получил и Вадский район, который участвовал в аналогичных нацпроектах. Всего район получил 61 миллион рублей на реализацию нацпроектов в 2020 году. Особые силы были направлены на нацпроект «Образование». Организация в школе тоже в Вадской средней школе, организация интернета, организация видеонаблюдения для того, чтобы для детей была обеспечена соответствующий уровень безопасности при нахождении в среднеобразовательном учреждении. Думаю, что это проект не последний, район так и будет дальше заявляться и продолжать уже другие средние школы тоже оборудовать такими системами.